амигос, и вечер добрый, с вами Квантум, с вами Медалист, с вами Такс и с вами Томас. И добро пожаловать сегодня к CSGO прятки у папича Тома. Здорово, гангстеры. Всем привет. Здорово. Сегодня будет жестко, будет два маньяка, из нычек нет выхода периодически, будет весело. Желаю приятного просмотра, про подписки на канал не забывай, мы начинаем. Пойдем, где есть нычка? Бля, смотри, нас два папича. А почему здесь топор вбит вообще в косяк? Я не знаю. О, мы из подъезда выходим? Да дурак! А тут двери выбил. О, а зачем нам это? Хрен знает, но вдруг понадобится. Подожди, здесь что-то есть. Заходи. Вечно выделяется, не заходишь-то. Там точно есть. Мы даем вам сразу подсказку. Спускайтесь вниз и выходите на улицу. Ну, вот прям буквально там трындец, да, там в полиция. Итоге, кажется, это подъезд, что ли? Сидели, да? Я думал, да, это дом, да. Это прям дом будет. Это прям это прям целый купик жилой, офигеть. А где тут граффити папич, блядь, в этом роде? Назад! Реверс дром. Ну, ты папич, блядь. Кто они, это папичи вышли? Два папича поехали. Да. Мастер пикап. Они где-то в тачке, это 100%. Они где-то вот... Вот они. Да за что, бля, дымуха. Бежи, бежи, бежи. Окружай, блядь, окружай, пацанов. А куда? Трындец. Ладно, блядь. Он нам не нужен. Полетел, Квантум. Томас, надо W. Блядь, а как я выжил? Блядь, это мне штука упала. Выбери одну таблетку. Так, ты вообще не палишься, да, братишка? Эй, меня побило. А мне они все дают ты, Квантумет. Это не нычка. А хорошая таблетка, Димон. А ты можешь контрол нажать и пройти по карнизу дальше? Падение. Ну хочешь, ты попробуешь. Не, я не хочу пробовать. Я дверь не закрыл. Выходим, выходим. Они вышли, Димон, и дверь не закрыл. Блядь, я застрял. Нормально, блядь. Так, вы где, это, пацаны? На улицу, вот где вы нас нашли в прошлый раз. О, я видел, они прям в той же нычке, давайте перейдем. А, вот, а как ты туда залез, Медалист, бля? Чего? Нормально, бля. Чего? Да вы ебнулся, пацаны. А что с Медалистом? Нормально. А как ты сдох? Сука. Вы что сделали? А тебя просто бомбы взорвали. Просто, блядь, остановить, стоп. Бомбы нельзя использовать, бомбы нельзя взрывать. Нельзя взрывать бомбы. А вот такую, значит, ты не говорил, что нельзя? И такую тоже нельзя. У меня еще такая есть. Давай. Прекратите. У меня еще шприц, лови. Вы убили моего братана. Папичи убили Димона, это ужас. Меня взорвали, блядь. Он вообще-то спалил. Типичный день в этом городе. Нафига ты? Давай, щеки, я, короче, внизу буду, блядь, ждать, как крыса. Понял, если он прыгнет, я поймаю. Во-во, правильно, а правильно. Где вы заспавнились? Иди в ту комнату, Лёха. Иди в комнату, где вы заспавнились. Проищи все, проищи все. Лёха, иди в комнату, где вы заспавнились. Пролезьте Лёха, пушкай, иди в комнату, где вы заспавнились. Я не говорю, если ты здесь. Он в тупике, Лёха! Не слушай, я говорю, Лёха! Я сюда, где вы заспавнились, Лёха, ты гонишь, Лёха, нахер? Ты меня сейчас не беси, я взорву ведь тут всё, нахуй. Не нужно ничего взрывать, это раз. Лёха, два, я тебе даю подсказку. Искал, там, я тебе говорю, еще, иди туда, где вы появились. Обо что я врезаюсь? Обо что я врезаюсь здесь? Я откуда знаю, я даже не вижу. Я видел, как ты по коридору бегал. Ты это? Нет. Я тебе видел, как ты бегал по коридору, Лёха. Иди в комнату. Блин, да иди в комнату, когда вы начинали, ты бесишь, а можно, тебя не вижу. Можно вашу ручку поцеловать? Муа. А зачем нам идти в комнату? Блядь! Молодец, блядь, блядь! Горит выход, блядь! Они где-то здесь. Я слышал здесь звуки. Я на этаж выше, Квантумет. Они этажом выше были, и мне кажется, что они офигевшие. Опа, а здесь нет, ничего нет. На этаже выше ни хрена нет. Тут вообще нихуя, походу. Там ничего нет, Димон? Нет, никого. Тогда я здесь изучу все. Я просто слышу, как Квантум рыскает все. Я нашел, Димон, комнату, где они били окна. То есть я по окнам выслеживал, и я нашел. Можешь прийти на мой фавикон, здесь поищем. А! Да не попасть в эту комнату, нифига прикол. Мне кажется, они не там, Квантумет. Ну ладно, действительно. Они просто молчат, торчат. Ребята, может быть, подсказочки? Такс, я тебе честно скажу, он уже давно все понял. Я это знаю. Значит, они там, да? Я тебе говорил, братан, он давно... Сука, блядь, надо было, блядь, время было убежать, ебать. Поэтому... А где он? Квантумет, я, бля, ты их нашел где-то? Я нашел, они в шкафу. А там что, били? Пацаны, подсказка. Сайт-траки. Ну это где-то... Где-то тут, блядь, получается. Да это, блядь, нычка же... Зачем вы в окно полезли? Нет, пацаны, это не выход. Выход через дверь, а не через окно. Я говорю, выйдите, зайдите нормально. У меня охуенный Квантумет.
Нет, какая? Ну вот, найдешь, потом приведешь. Я скоро буду уходить отсюда. Мне нужна будет твоя помощь. Че ты сидишь на подоконнике? Зайди либо туда, либо сюда уже. Что-нибудь определись. Блядь, как? Мне нужно минуты две подумать, между прочим. Ну а мне нужно, чтобы ты ушел, и я мог оставить вам подсказку, а то это палево. Ну, ладно, я ухожу прямо в туалет. Закрой там дверь. Подожди. Закрыл. Он в он опять в этой блядской нычке, короче, в этой интернет-залупе, блядь, пространстве, короче, забей, блядь. Он опять со стеной подружился, блядь. Опять в стену нам придется башкой, блядь. Тебя нашли, Димон? Распрыгивать. Нет, ну он если сидит в... Да, Димон, как ты стул! Да, сука! Спасибо, что подаешь хотя бы. Я не хочу играть больше. Чего? Чего ты не хочешь со мной играть больше? Да с тобой, пи***ц, я думал, у меня там телепорт, хуя. Успел. Короче, он в этой ступе сверху. Давай попробуем еще раз. Я иду пробовать. А ты вообще выход. А ты запрыгни, попрыгай еще на кофемашине. Ничего не видишь. Ну, значит, ничего и нет, логично. А должен, блядь. Ну, логично, если ничего не видишь, значит, ничего нет. Ну, я хочу все равно попробовать. Давай-ка еще раз туда закрыли. Подальше, к душевой кабине пройдите. Оба, да. Встаньте к душевой кабине. Ну, а мы где, блядь? Оба. Оба, ну, вот. Блядь. Ну, стойте дальше. Блять, я ебал, блядь, я ебал. Это блядь, просто первая, блядь, дефолтная кухня. Это реально дефолт. И у вас есть все пазлы для того, чтобы решить эту головоломку. Вас двое. Короче, есть нычка. Может быть, из ванны как-то, подожди. Реально, поперлись в душевую кабину, помыться решили. Я ебал! Эй, крючок, я не могу, у меня сейчас сердце остановится. До чего он меня доводит в этом маньяке, блядь? А куда здесь спать залезть? Она такая легкая, это пипец. И не говори, на холодильник уже полез. Неужели меня не найдут здесь? Он даже, блядь, не запрыгивает туда. Сукины дети, что, как это? Ты видел же, ты видел медшприц упал. Посмотри на столешницу, посмотри, медшприц появился. Его там не было раньше, возле кофемашины. Давай. Ну да, вот. Давай я тебя просто подсажу и все. Нет, ты давай туда сейчас первым. Ну, давай. А ты вторым, да. Опять на потолок поперлись. У вас ну, я не знаю уже куда. Трындец. Это вот здесь, вот сюда попробуй залезть через голову. Да. Трындец, пацаны, что с происходит? В натуре, это так! Он на улице, братан! За гаражами! Ботан, а как он соло туда залазил? Блять, да, я не знаю, вот и к туалетам бежит, упал в эту в канализацию ебучую, блядь. Я отвечаю, бля, он просто носки. Бля, он был там все время. Откуда я там взялся? Обычно подземно все знает про коммуникации. Он изучал все это время подземные истории. Так, Димон, смотри теперь внимательно на меня. Видишь? Нет, смотри, вот именно вот отсюда. И делай раз, потом понял, смотри, увидь меня. Увидел? Да. Два и три. Давай, готов, заходи. На крышу сразу. Понял? Ебать. Да что-то они пиздец. Мне кажется, банальщина ебаная, просто банальщина. Стой, а тут типа получается вперед и телепорт, да? Да. Все, забей, мы выживем. Он сказал, делай так, блядь. Они что-то теперь ломали. А теперь они проводят параллели. Говорил, делай так, проводят параллели, смотри. Специально, реально. Делай так, блядь. Твою за ногу. Я только потягушку ебал. Это прям банальная, да, хуйня была? Где он? Он убежал. У меня не было... Трындец, Димон, я тебя тыкаю маркером красным, бля, чтобы не спалиться лишний раз. И они приходят. Так, причем первого Димона, как обычно, ни за что, пацаны. Ага. Это Ачилова. Я думал, я нашел что-то грандиозное. Ага, пацаны. Ты мне просто скажи, подожди, тихо. Она выдвинулась? Да, вот почему я не мог пройти. Я, кажется, понял, что там. Под землей у меня много изученных моментов есть. Ну, мне кажется, так с под землей вообще все изучил. А тут можно без лифта, слышишь, просто, блядь, мы идиоты, блядь. Ай, хуёбок! Ну я победил! Ты вытолкнул их этой хуйнёй. Нормально. Понял? Выходим, погнали. Пи***ца, короче. Я в будке, похуй, да? Ладно, уже чё. Они, мне кажется, вообще не здесь даже. Я не предполагаю, что за будка, поэтому нам... медалист. Я вижу. Я думал, вижу. Они здесь сидят. Вот один, смотри. Так, вон стоит. Где? Или ты не его увидел? Я не его увидел. Я увидел, он в свате сидит. Сиди здесь, я приду. Давай. Держу его. Вот он. Ну так нахуй, кто так делает? Да, вы так делаете. Вот. Вы еще на минах прыгаете. Скажи спасибо, что мы на минах не прыгаем. Ну он типа смоки кидает, но тебе это нихуя помогает. Привет, Лех. Сукины дети, блядь, я не смог залезть просто. Там просто невозможно найти, понимаешь? Томас, живи. Может быть, он прямо вообще просто в лоб говорит, что такое будка. Может быть, это вот... Я прямо в лоб говорю, что это будка, блядь. Тут жил Бобик до этого, теперь живу я, блядь, пока у меня не нашли. А куда делся Бобик? Ты выгнал Бобика?
Давай не будем. Ну это не толчки, короче. Я подозревал, что это... Мы ролики. Я подозревал, что это очко, но это не очко. В будке прописался уличный, теперь кайфует. Надо глаза наверх поднимать. Он стекло разбил. Я вот откуда-то отсюда, как будто квантомет летел вообще. По тени тоже видел. А ну-ка, стой здесь. Но если Леха был здесь, соответственно, рядом и Томас должен быть. Я тоже так думаю, что они спрятались. Они, да, они потому, что первое время они вместе гуляли, и там что-то не все весело. Нашел! Да, теперь поймай. Лови, вот, Димон, показываю. Убегай, сейчас сдохнет. Привет, квантомет, а зачем? Не знаю. Я сныкался, мне пофигу. Там, если что, плохая нычка, там можно запрыгнуть. Опять они прыгают, что ли, блин? Ема! Топа, это я где? Это работает? Я вижу их, они по крыше насаются. Напиши, можешь, я не знаю, у меня чат не работает. А, вон он, смотри, вон он один. Где? Нет, Димон, ты нереально найти будет. Можешь идти там, если найдешь, то попадешь ко мне, поймешь, что как. Я просто видел, ты стоял, а потом хак и пропал. Они оба на крыше. Да, ебал, что я нашел. Это дрожь, это 100% телепорт. Что там? Перепрыгивай, там у тебя он, беги за ним. А, я понял, где. Ебаный рот. Вот ты живешь? Ну да, пока да, я ради тебя тут такой муф организовываю. Ну что-то, какая-то не работает. Нажимается? Значит, они с канализацией туда как-то попадают. Может, подскажете, на какую кнопку лифт вызвать? Мы не можем. Я, блин, Димон, я пока шел тебя сейвить, нафиг, чуть не сдох два раза. Блядь, ну я их видел несколько раз и все, а так я просто стою как бот. Блядь, я умер. Так сдох. Ебаный в рот, ну пи***. Димон, у нас один маньяк остался. Я могу выходить, не бояться, Димон, мы победим. Давай. Ну давай, выходи. Я вышел. Залезь на крышу. А где ты? Почему я тебя не вижу? Я в комнате бегаю, папича. Я вот вижу, как ты ходишь. В картину вот эту залезь. На, полечись. Нет. Квантумец! Чё, ты опять нашел? Откуда он это делает? В холодильник залез. Квантумец, вот что я нашел. Посмотри. Сука, я застрял, блядь! Вот, я тут, смотри, блядь. Ну алло. Я в ахуе, что за... Уважай меня, блядь. Ублажай меня! Ублажай. Квантумец, видишь где? Я нашел ту вот, куда ты ушел. А, на крыше? Да. Красава, теперь ты знаешь, где она. Пиздец, блядь, я покинул. О, парашюты есть здесь. Да. Они вышли. Вот на ложную идите. Бля, прибежали. Они опять там, в этой ублюдской конуре, бля. Ага. Короче, я не знаю, там по-любому телепорт есть, 100%. Димон, смотри назад вот сюда, периодически поглядывай. А, нет, не съебался. Я понимаю, что будет примерно. Ага. Вот, да, за тарелками стой, он пока достанет, ты успеешь убежать. Никто не успеет убежать. Ого, как ты меня ловко обманываешь. Сейчас не сорвусь и тоже прыгну, блядь. Давай. Димон, что ты полетел? Да я решил повыбываться. Он за тобой побежал. Беги, и ты, квантумет. Я побежал. Только не спали. Пизда, я спалю. Не спали. Ты спалил? Может быть, да, квантумет. Если у него есть мозг, он спалит. Ну пока он еще не вышел туда. Чё, блядь? Он нашел, он нашел. Я нашел, слышь, я нашел, блядь. Выход на крышу, это был в натуре телепорт, бля. Ты спалил, Димон. Медалист, ты ебал, в канализацию бежал, а потом куда пропал? Ты почему дальше не побежал? Тут некуда уходить. А вот. Вот он убегает. А, все, Димон нагулялся. Вон он. Как, блядь? А как, блядь? На крышу хуярит, сука, ебаный парашютист, где ты, блядь? Он исчез, убежал. Как он, блядь, исчез, сука? Оставьте бедного двери, медалиста. Алло. Идите к соседям папича. Да как он убежал, я вот это не понял. Это вообще бред. Он просто исчез. Вот ты ебаный, я вас заскабил. Пацаны, я в подвале. Да ты, блядь, там по КД. Подвал, блядь. Хотя бы одного зарубим, блядь, и хуй с ним. Пацаны, блядь. У меня проблема, Димон. Он на крышу поднялся обычно. Бляха, Димон, у меня большие проблемы. Да нет, нормально. Ну там он вдох. Как бы тебе помочь, блядь? Аккуратно! Блядь, ты дебил, ты-то нахуй! Я думал, он прыгнул, это кто был? Это квант? Иди, нет, стой здесь. Что мне делать-то нафиг? У него выбора нет. Я стою тут. У меня одно хп. Короче, да похуй. Как прыгает? Он уже прыгнул? Ага. У меня большие проблемы, Димон. Не везет мне. Нет, не везет! Именно в этот момент, когда сказал, бляха! Я с двух сторон! Сука, сука! Нужно сразу понять некоторые вещи, которые нам нужно понять. Ага. Сюда?
Антон, все. Здорово, пацаны. Да, не прикинь, да, здесь. Да, прыгай. Ты не допрыгнешь. А как попали ты сюда? А как? Давай еще раз подсядь. Блин, я ничего не вижу. Попробуй. А чуть вперед пройдите, не мог. Да не допрыгни. У меня тоже. Они с двух сторон обошли, прикинь, что делать подлые. А он разглядывает. Я изучаю коммуникацию. Фоткает. Сука. Шпионище. А ну давай, Дима, прыгай. Да, может быть, уже CSGO сжалится и физика выйдет. Там у них, короче, круговая, циклон сраный. Димон, смотри. Стой здесь, Димон. Понял? Вот тут, да. И вот так вот мне делай. Короче, давай посмотрим. Мне кажется, он в поиске, слушай. Вы да мы-то сейчас найдем вас. Нет, так, я просто даже Димон, не а ты просрал их куда-то, реально, я нашел их на кухне, а их здесь нет. Ну, они сказали, с другого выхода с***лись. Тут один выход, Димон. Да не может быть, ну ебаный. Тут один выход всего, Дим. Нашел, боже, Димон. Мой. Димон, лови, просто Димон! Где? Да там же, в дыру в эту он прыгнул. Ты уж ты свалил, да? Да. Конечно, я свалил, бля. Я подумал, все, их там нет. Все, он за мной, квантумет. Вот, вот. Давай, гони кабанчика. На улице, Димон? Красава. Первое убийство, ура, ура. Все, мы справились, молодцы. Ребят, ну что же, на этом все. Это был CSGO, карта с папичем. Как тебе серия? Пиши в комментариях про подписку на канал. Не забывай, Квантум был с вами, медалист Томас Такс. Всем спасибо, всем пока. До скорых встреч, пока-пока.